Забери привет меня к себе. Как дела? Я так устал бежать. Сыграй, братишка, а? Пожалуйста. Молодец. Ты такой ритм держал, а? Молодец, молодец. Молодец. Вообще. Все хорошо. Круто. Круто. Спасибо. Спасибо. Спасибо за хорошее настроение. Давай. Давай, пока. 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 Давай. Всем привет и добро пожаловать на новый выпуск чат-рулеточки. В этом выпуске я сыграю мелодию, которую вы все всегда просите. Или я уже сыграл? Да, все-таки добрался я до нее. Возможно, поздно, но лучше поздно, чем никогда. Да, кстати, получилось так себе, ее еще нужно отрабатывать, поэтому, ребята, строго не судите, но уж очень мне хотелось этот фрагмент выложить, уж очень хотелось. Ребята, хочу поблагодарить Алексея, который задонатил 500 рублей, он подумал то, что у меня плохой микрофон, а это я сам накосячил записью, поэтому так получилось. На самом деле микрофон у меня нормальный, да, вот он. Ребята, очень стараюсь над каждым выпуском, поэтому, пожалуйста, посмотрите это видео до конца, без перемоточки. Поставьте ваш царский лайкосик, оформите подписочку, потому что 9 из 10 человек смотрят без подписки, а это очень печально. Ну и, как всегда, надеюсь, что вам понравится. Погнали. О, давай батл. Ой, мужики, ничего себе, у вас тут банда. Давай батл. Ну давай. Ну, сыграй что-нибудь. У тебя, кстати, гитара классная. Корд, да, я вижу, написано. Да. Чё мы, в каком стиле играть будем? Давай фингер. Давай. Чё, прям по харду сразу или с такого простенького? Ну, вообще, у меня настроена под одну мелодию гитара, вот я её буду играть. Блин, слушай, это я такого, честно говоря, еще не слышал. Это ж седьмой лепесток, да? Да. Круто. Ладно, тогда я тебе сыграю Кашмир. Ну, супер.
плохо. Сейчас мне так пум-бум-бум начинает. Здравствуйте. Какие дела? Какие дела у вас? Что вы можете сыграть? Давайте, играйте. Да? Играйте. Да? Я выслушаю. Да. Начинаем. Ага. Ух ты, ничего себе. Вот это я попал удачно зашел. Шикарно. Я-то просто это дрин-дрин-дрин-дрин-дрин играю. Спасибо. Я так большое, не могу. Большое. Я просто смотрю, я просто сразу же посмотрел на пальцы. У тебя что пальцы, ну, и что правая, что левая рука. Во-первых, длинные, и это, я то есть сразу же гитариста. У меня короткие пальцы, я только могу это, ну, чисто так, под это сыграешь. А сыграешь что-нибудь? Сыграешь что-нибудь? Ну, ты знаешь, пожалуйста, после того, как ты сыграл, мне как бы играть все. Hey, на метрономе музыка поет, hey. Рифма моя чисто течет, hey, ты сидишь с гитарой в наушниках, такой крутой, на кресте самым клевым, самый-самый клевый. Ты играешь на гитаре, будто бы на коуле. Тебе прям наготове, да, рука? Вот это? Да, я тебе сейчас переключу. Да я просто сижу так, листаю. В основном все меня переключают. Ну давай что-нибудь. Ладно, давай попробуем. Кстати, я забыл сказать, было офигенно. Спасибо. Я уже думал, не понравилось. Ага. Ну, очень круто. Реально, от всей души прикольно. Мне очень понравился вот этот момент. Скрэч? Да. Вот как-то вот то, что ты жестко потом дернул, ну, типа, басухи добавил, а вот этот момент прям прикольный был переход. Знаешь, неожиданный. А, я да. Понял. Ну, как он такой. Вот здесь вот. И дальше.
Да, он, знаешь, как будто такой, типа, его нету. Ну, вот это такая фишка, которая как сюжетный поворот в фильме. Сюжетный поворот фильма. Да. Отлично вообще, великолепное сравнение. Ну да, ну ты смотришь клип, да, и у каждого клипа, ну, короткометражка, неважно, есть какой-то твист. Да, согласен. То есть вся линия одно и то же, и поехали дальше. Я такой, ладно. Можешь так? Да. Красава, вообще лучший раз. О, гитара. Привет. Это же гитара. Приветик. Приветик. Как дела? Сколько лет? Нормально сижу. Да, нормально сижу. Сколько? Играй что-нибудь. Давайте. Давайте. С удовольствием. Давай. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. О, я тоже музыкант. Привет. Я альбом пишу. Скоро, кстати, выпускать буду. Нифига себе. Хочешь послушать? Да, только есть один момент. У меня осталось 3 минуты, чтобы что-то сыграть. А через 3 минуты я уже не смогу. Почему? Ну, скажем так, у меня некая договоренность с соседями. Через 3 минуты истекает мое время. Давай. Да. Что за песня? Благодарю. Это Crow. Считается одной из сложнейших в мире. Серьезно? Да. Нифига себе. Так ты вообще тогда получается крутой. Жестко. А я 9 лет играл на барабанах, учился в училище. Ну, я джазовый барабанщик, в оркестре играл. Блин, класс. Вот. И стал писать свою музыку. Ну, я переехал в 21-м году в Питер и стал свою музыку писать. Вдвойне приятно, когда человек с музыкальным образованием как бы заценил, это вообще просто кайф. Да, конечно. А, так вот, что же, я же хотел давай показать. Давай музло, чего, я тут музло жду. Короче, блин. Ладно, сейчас включу. Мне очень интересно стало услышать, как это в акустике звучало бы. Все бесконечно по кругу опять. Если честно, не хочу тебя знать. Мне бы хотелось стереть тебя
памяти, заново памяти.